Друзья, всем привет! Ну вот и настало открытие осенней охоты. Вот сегодня 28 августа, первый день, как она открылась. Взял я, значит, с собой сегодня МР-155, пятизарядку. Вот. А иду, значит, до избушки с ночевкой. Вот. В планах походить эти два дня, поискать птицу боровую. Вот. Конечно, хотелось бы найти глухариный выводок, косачиный. Рябчиков-то я думаю все равно встречу по-любому. Погодка сегодня вообще отличная. Солнышко светит. Ветерок небольшой есть. Вот. Так что как-то так. Кстати, в избушке у себя не был с весенней охоты. Получается 3,5 месяца я здесь не был. Вот. Так что хочется дойти, посмотреть, все ли там в порядке. Вчера вечером на градуснике смотрел, было плюс 10 всего. Прохладненько было. Ой, какая красота в лесу. Особенно, когда долго не бываешь. Летом вообще времени не было куда-то вырваться. Съездили с семьей вот до родителей на 10 дней. Там я на рыбалку несколько раз сходил. Ну ладно, чайку попил, можно выдвигаться. Ну все, тогда идем до избы. Сейчас вот рябчик отсюда слетел, сел вот на эту елочку. Я хотел его на большую камеру заснять. Вот, пока камеру устанавливал, вот на эту, штатив, рябчик куда-то перелетел дальше. Ну, погодка вообще шикарная. Сейчас вот там дальше будет озеро. На озеро выйду, посмотрю, может, какие-нибудь утяры есть. Вот. Так, ну что, вышел на озеро. Посмотрел, ни одной утки нету. Ни одной. Даже черка не плавает никакого. Ну ладно, все, сейчас до избы. Там уже включусь. Ну что, друзья, вот я и добрался до избушки. Долго я ждал этого момента. Вот. Как и говорил, уже с весны здесь не был. Пришел, кстати, полный порядок. Все чистенько, никого здесь не было. Все в паутине было, сейчас паутину еще метелкой обмел. Вот. Окно, кстати, закрываю. У меня кусок фанеры и потом еще железная решетка. Это чтобы медведь не выстегнул. Окно большое. Вот. А так все отлично. В общем, на озеро вышел, уток там не было. Я, ладно, пошел до избы, камеру в карман убрал. И уже вот буквально метров 100, наверное, до избы не дошел, выводок рябчиков слетел. Вот. Вот такого рябка удалось добыть. У него уже хвост большой. Ну, это молодой рябчик этого года. И тем не менее, можете меня уже поздравить с открытием охоты. Все, рябчик есть. Отлично. Так, сейчас, значит, план какой? Надо сходить сейчас за водой будет. Вот, согрею чайник. По-быстрому сделаю салатик. Сейчас готовить ничего не буду. Салату поем и пойду уже на охоту. Поохочусь, похожу, посмотрю. Может, где-нибудь все-таки найду выводок, косачей или глухарей. Вот. Похожу, а потом приду и уже рябчика этого приготовлю с картошкой. Я еще только не решил, буду его варить или жарить. Вот.
Ну, похожу, проголодаюсь, а там и решу, так сказать. Ну, сейчас, кстати, пойду до озера. Надо будет с собой ружье прихватить. Потому что там могут быть утки. Вот. Иначе их тут раз пугнешь, что они слетят, и больше тут их не будет. Сейчас вот года три, наверное, уже уток вообще мало стало здесь на озерах. Потому что этих ястребов что-то стало много. Бывает, у озера-то идешь, и видно, вот, кучки перьев лежат. Ну, видать, цепляют прямо из воды. Ну ладно, тогда что, надо тут заниматься. Пока. Так, сейчас все. Еще патрончик ставить на всякий случай. В общем, тоже ни одной утяры нету. А выводки-то по-любому здесь были. Я говорю, этих всяких хищных птиц много развелось. И уток не стало. Хотя раньше тут были выводки. До этого. Лет там 5 назад. По несколько выводков было. Сейчас никого. Ну ладно. Будем искать боровую птицу. В принципе, я за ней сюда и пришел. Так, что у нас тут? Опа! А, дёрка немножко помыть. Так. Тут все сбаламутил уже. О! Вот здесь вот сейчас. Здесь, кстати, озеро очень глубокое. Опа! Ну ладно. Вот, ведерочко еще с собой взял. Ну, это у меня под грибы. Но грибы я буду уже завтра, если собирать. Хотя сейчас шел, грибов что-то мало вообще. Они есть, конечно, но мало их. Так. Аккумулятор опять взял. Хорошая вещь. Вот тут диодные ленты. У меня горят. А, это у меня маленькая. О! Повеселее. Так, ну все. Сейчас разберусь тут. Картошечка. На пол убирать. Стоять. А на ночь пошел, ничего с собой особо такого из еды не брал. Вот картохи взял, да вот к чаю что-то. Так что вот так. Так, ну все. Еще патронов тут пятерочки взял с запасом, штучек 10 на рябчиков. Так что так. Пум-пум. О! Где-то у меня огурцы-то были с помидором. Тормоз. А, вот они.
Вот они, вот они. Кстати, матрас сдулся за все лето-то. Надо было сейчас подкачать. Так. Сейчас перекусим. Пойдем прошвырнемся по лесу. Посмотрим обстановочку. Давно уже не было. Просто уже не терпится куда-нибудь сходить. Отлично. Так, ну все. Надо еще сейчас чайник заварить. Ладно, перекусил. Теперь можно побродить сходить. Походим, посмотрим что-нибудь. Поищем птичку. Сейчас вот озеро обойду, пойду там такими островками, вот, хочу дойти до болота, где у меня засидка стоит, вот, надо туда выйти, посмотреть, есть нет клюква, чтобы потом, где-нибудь уже в сентябре, если есть, так пособирать, вот, ну и потом там пройду, сделаю вот такой кружочек и обратно уже вот этим местом выйду, вот как-то так. О, кто-то тут шкурку-то потрепал. Убрать ее отсюда. Вот, скоро дело и до капканов дойдет. Ладно. Идем дальше. О, сколько бруснички-то. Вон она какая. Мне в этом году брусника не нужна. Я прошлый год ее столько набрал, что мне еще на зиму хватит. А вот клюковки надо бы, конечно, набрать. Клюква хорошо идет на морс. Почти каждый день варим. Отлично. Рябчик есть. Так. Гильза куда улетела? Вот, видно, порхалище у рябчиков. Ну, может, тут и не только рябчики порхаются. А слетел он вот оттуда. Он на елочку сел. Тут прямо у капкана где-то ходил. Так. Где-то... А, вот он. Опа. О. Это не молодой рябчик-то. А, это старенький. Он брови. Ну вот, друзья, еще один рябчик. Рябчик хороший, не молодой. Отлично.
На сегодняшний день уже второй. Так, ладно. Все, сейчас убираю, иду дальше. Вон грибочки стоят, но они уже старые. А, три штучки сразу. А, не видно уже все-таки. А вон еще стоят. Сейчас только что слышал, косачи закокали, слетели. Не знаю, сколько штук. Не видел. Где-то, наверное, метров 30-35 от меня. Но что-то не было слышно, чтобы садился. Там ручевина идет. Может, за нее даже ушли. Но это не молодые, потому что сразу ходом ушли. А, паутины столько. Фу. Да, походу туда за ручей ушли. Я их даже не видел. Вон здесь сидели где-то. Был бы молодой выводок, так они бы расселись все равно. Кстати, вот рябины в этом году вообще много. Везде растет. Даже вот на маленьких таких кустиках и то наросла. О, будет рябчиком еда. Вот грибочек стоит. Но этот я, наверное, все-таки возьму. Больно уж он красивый. А. Ох ты, ножка-то червивая. Ладно, поищем что-нибудь получше. Что-то подумал, может, сегодня все-таки картошку-то с грибочками сделать. Так, ладно. Сейчас еще встретятся, так посмотрим. А теплынь стоит, да? Мухи много, вот и червивые. Паутины в лесу, это, конечно, что-то с чем-то. Иду, только не успеваю ее с лица смахивать. Ладно, с лица-то она еще на камеру попадает, камера-то на голове. Вот. А с линзы ее начинаешь стирать, она как размазывается. В общем, плохо убирается. Поэтому, возможно, даже если... Опять кто-то где-то слетит. Быстро, если камеру включу, не успею протереть или забуду. Вполне возможно, что это будет видно. Все, на видео потом. Что вот так. В лесу сухо. Можно даже в кроссовочках ходить. Вообще сушняк. Тишина в лесу, красотень. Опять в паутину. Так, ну ладно, сейчас еще немного и скоро к озеру выйду. Ну вон оно, озеро. Я, наверное, до него туда и не пойду. Хотел-то туда сходить посмотреть клюку-то. Он сейчас только вот, только из леса вышел. Вон ее сколько.
клюкву-то. Вот ее, все усыпано. Вот, а. О, клюкву-то. В общем, клюквы в этом году много. Так что туда я не полезу. Смысла там не там ходить. Сейчас пойду вон туда. Так вот, кромочкой, кромочкой болото. Выйду, наверное, вот в тот остров. Вот. С того острова уже пойду влево. Буду так загибать, загибать, загибать. И пойду в сторону избы. Вот. А завтра, если погода будет нормальная, я, наверное, пойду вот туда. До ручья. До ручья пойду. Рано утром встану. Наверное, часиков где-нибудь 6-7 уже можно и выходить будет. Вот. В прошлом году я ходил туда до ручья. Там вот как раз лосей встретил. По птице там, конечно, было не очень. Ну, не знаю. Пока планы-то такие. Сегодня далеко не пойду. Пока до избы тут добрел. То да сё. В общем, сейчас тут поблизости похожу. А уже завтра пойду подальше. Завтра у меня целый день есть. Ну как целый день? Часиков, наверное, до 5 вечера. А потом буду все выходить домой. Так что вот так. Это вот тут листва сбита. Вот. 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 Кто-то что тут топтался. Ну ладно. Пойдем дальше. Какая интересная осина. Тут главное черная какая-то. Дальше нормальная. Вот вся в каких-то таких коростах. Вон рябина-то растет, я говорю. Вот. Просто валяется. А вон рябина растет. Вон какие грозди висят, бруснички. Крупная, бордовая. Вот. Ох. Просто объедение. О. Вот сейчас тоже к озерцу тут стал подходить. Утяра слетела. Ну а издалека вообще слетела. По-моему, это гоголь был. Слетел и туда пошел куда-то, в ту сторону. А вот а клюквы-то сколько. Вот ее тут. Просто все усыпано клюквой. Вот, а вот. А. Вот я. В общем, сейгот можно ее набрать. Причем даже очень быстро. Вот. Так, ну что, вот он остров, до которого я хотел дойти. Вот. Его прочесал. И, в общем-то, ничего там нету. Хотя до этого ходил, частенько там косачей сгонял. Вот.
Сейчас решил, значит, перейти это болотце, зайти вот туда, в тот островок. И потом вот тем вот краем все идти и туда уйти. Вот сейчас пока стоял где-то вот в том месте, рябчик свистел, хорошо слышно было. Как раз ветер оттуда наносит. Вот. Так что вот так вот. Как раз там пойду. Может, там где-нибудь сгоню их, мот выводок. Ну вообще все сухо. Тот год в это время здесь шел по этому болоту. Тут где-то чуть ли не по колено было воды. Проваливался туда. Сейчас вон, пожалуйста. О. Все сухонько.